Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, почему вот когда я готовлю банки, все получается очень вкусным. Вот я не знаю, друзья, вот на самом деле, все, что бы я не готовил в банке, реально получается очень вкусным. Сегодня делюсь обалденным вкусным рецептом приготовления селедки. Оказывается, у меня на канале нет приготовления селедки. Вечно я готовлю скумбрию или еще какую-нибудь рыбу. А вот селедочки у меня не было. Начинаем готовить? Поехали! Рецепт начинаем со сковородки. Нам понадобится сковорода и растительное масло. Грамм 60-70. Перец чили 1/4 части. Кориандр молотый 1 чайная ложка с горкой. Зерен черного перца, ну, тут, наверное, штук 20. Душистый перец 5 зерен. Горчица в зернах 1 чайная ложка. Теперь нам нужно масло прогреть до температуры градусов 80, просто нагреть, чтобы все специи наши раскрылись. Если включить огонь на максималку, это где-то секунд 20-30 максимум, и выключаем нагрев. Нам также понадобится одна крупная луковица. Нарезаем полукольцами. Нам понадобится две селедочки, я уже их очистил, голову убрал, внутренности убрал, хвостик обрезал, плавнички. И нарезаю на вот такие вот стейки. Сразу порционно. Селедочка у меня попалась с икоркой. Икорку разрезаю на 4 части. Взял небольшую миску и отправляем в нее селедочку. Заливаем ароматным маслом со специями. Аккуратно, но в тот же момент хорошенечко перемешиваем рыбу. Добавляю также 1 чайную ложку соли с горкой. И еще одну. И 1 чайная ложка без горки сахар. И 1 столовая ложка сока лимона. Перемешиваем. Взял банку литровую. Отправляем на дно банки лук. Селедку. Икорку. Снова лук. Снова селедочка. Икорка. Все у нас должно получиться слоями. А сверху хорошенечко заливаем остатками нашей заправки. Закрываем крышкой. Переворачиваем, ждем, пока масло стечет вниз, снова переворачиваем. И так несколько раз. Чуть-чуть можно потрусить. Ну вот и все. Осталось дождаться, когда промаринуется наша селедочка, а мариноваться она будет минимум 8 часов. Через 8 часов можно уже кушать маринованную селедку. А если оставить на 24, она будет еще более насыщенная, ароматная и вкусная. Отправляем в холодильник и встретимся через 8 часов. Во время маринада нашей селедки в банке, банку несколько раз переворачивал. Просто переворачиваем и оставляем в таком положении где-то еще на час.
Каждый час, каждые два часа, когда есть время, когда вспомнили, просто нужно перевернуть банку. Для того, чтобы маринад попадал на каждый кусочек рыбки. Селедка в банке у меня простояла всю ночь. Это примерно около 10 часов. Все, достаем, пробуем. Очень получились смачные кусочки. Обязательно сейчас попробую на камеру. Супер. Пробуем. Такая селедочка никогда не сравнится с магазинной селедкой. Очень вкусная, очень ароматная. По специям вообще бомба, друзья. Обязательно готовьте такую селедочку в банке. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем делиться, комментировать и, конечно же, подписываться, кто не подписался на мой канал. Со мной всегда получается вкусно, просто и полезно. Готовьте, друзья. Всем пока.